Все воспоминания видим в черном.
черно-белом цвете. И, соответственно, он достаточно так ярко врезается в память, потом уже дорисовываются цвета, там представление, что-то как-то. Поэтому он такой достаточно как яркий, контрастный, плюс он гармонирует с разными цветами, с любыми. Его можно куда угодно, так сказать, поставить, и он будет себя хорошо вести. А логотип было перепробовано очень много вариантов, было использовано каких-то изображений, просто разное шрифтовое, там какое-то графическое, рукописное написание. В итоге остановились на таком, достаточно он был изначально рукописный, то есть такой шероховатый, кривоватый, то есть как вот он изначально был, просто уже доработал при самом редакторе, чтобы он был более такой презентабельный. Ну, в целом это какая-то символичность? В целом это буквенное обозначение названия группы с измененными буквами Е, которые, в принципе, соответствуют, допустим, грифу на гитаре или нотным строчкам. Отсылка. Ну, это какой-то не очень много, но интересное решение. У вас там, где рок написано, вот этот маленький хвостик ни туда, ни сюда, понимаете, чем он приходит? Серебря вот это, да, сухой, да? Черный хвостик. Да, вот эти вот мелочи, как вот, когда вы заканчиваете, вот эти смешно, когда надо смотреть. Он должен быть доделан идеально. Нет, это просто специально дело, чтобы вот она вышла, так сказать, за... Нет, вышла, но вот эта маленькая вот что-то не туда, ни сюда, это и не штрих, да, вот эту часть. Ее просто надо было обрезать, пусть выходит белое. Не нужно. Не надо. Хорошо. А почему тема вот разных стран выбрана для положения? Ну, потому что это достаточно такая богатая тема, ее можно развивать и развивать, и там можно много чего достаточно придумать и сделать. Плюс это лично группа, да, исполняет песни, которые тоже, в принципе, связаны с какими-то... Это же тоже моменты. Моменты могут быть какие угодно. Это может быть и воспоминания о встрече, о путешествии как раз-таки, или просто о каком-то событии конкретном, или даже, не знаю, о погоде, например. Просто путешествие — это достаточно интересно. Да, это существующая группа, вот они... Вы будете реализовывать. Да. Просто поставили цветочки, лучше черно-белые, наверное, а такие бы там вспоминать. И вообще вот у вас там странный зеленый цвет, да, 40%. Ну да, получается такой немножечко... А в чем фантом? Ну, да, я не знаю, не подумаешь об этом. Цвет, конечно. Да, и когда у вас на визит, то есть космос, да? Ну, на визит, ну, допустим, можно и так. И делать. А на четыре будет делать. Ну, вообще, честно говоря, можно. А вообще, где вы хотите положить? Положи — это как основной графический элемент. В частности, он используется очень легко и непринужденно для фона афиши. Плюс его совершенно спокойно можно также сделать при том футболке, сделать даже на ту же визитку, на дизайн альбомчик, потому что вот как раз для альбома есть просьба увеличенная часть. Неудачно как-то соединение, да, шрифтовой части афиши и самого коллажа. То есть коллаж по сути свои забили. Ну вот, является фоном, если бы он играл в такую прям смысловую нагрузку, чтобы было более так ярко выражено, соответственно, все его детали тоже перебрали. Более заметные. Значит, это общая композиция. Значит, должен быть фоном, а это общий кусок вместе, да? Сами коллажи симпатичные, они так хорошо, да, черные, плюс вот так острые, да, плюс вот это пространственное. Коллажное, но на афише, оно просто может оттереться немножечко еще, потому что все-таки достаточно засветленное изображение. Ну и плюс на афише все-таки самое главное — это информативность ее, то есть что, где, когда, как происходит. Ну, вот информативность как раз где происходит мероприятие? Да, оно там тоже тяжело читается. Оно читается хорошо. Сам логотип тоже забит на этом. Видите, да? Сама эта информация как раз у вас попадает. Да, потому что механически просто сверху поставили. Вот по заявленной фирменной шрифт, это, я так понимаю, это набор как раз и наборного текста. Заявленный.
кажется, на диск так можно было вот этот коллаж, да, построить это оформление. У вас диск один, диск он как бы совсем другой. Сайт вообще третий, песня 400, сразу все продукты. Почему использовал коллаж? Коллаж тот, который проиграет. По какому принципу? Понимаете, вот у вас, который есть диплом на диск, он просто здесь и не возьмет. Просто чисто стилистически, да, как выглядят эти коллажи, как выглядит вот этот фрагмент, да, того коллажа, который вы там использовали, они совсем разные. Там какие-то, ну, компьютерные эффекты, да, вот. А здесь, вот, как у вас еще как на столе разные. Принципы обработки графики разные. Да, коллажа, которые слева в центральном планшете, вот. Они одного. Ну да, это просто сам коллаж, как раз он. Да, он вырывается. Там просто побольше постоянно. Хорошо. Это вот это то, который растягивается на большой комах, вот это тоже. Да. Или это какой-то убор? Нет, оно совершенно. Вот так вот выглядит в таком большом. Да. То есть это вот, вот вы найдете там вместе как коллаж, соответственно, маленький напечатан, он просто ждал увеличенного размера. Он как бы не предназначен для того, чтобы, в принципе, быть настолько большим, потому что я предполагаю, использование афиш, который формат будет развить. Это реальный формат? Вот такого тоже. Ну, это было пожелание. Вы довольны результатом? Да. У вас этот коллаж, он просто совсем из другой серии, действительно. Почему? Мы пробовали разные варианты по-разному делать. Если делать совершенно все одинаково, то тоже списано. Да, решала серийность показать. Это коллаж на Францию? Я же не знаю. Чего я там? Ты знал, что это важно. Важно, да. Вот это у нас там. Как? Шарик? Нет, вот один вопрос, скажите, пожалуйста, а вот я и на предзащите не понял, вот этот дескриптор, он вообще как бы зачем? Он дает более ясно понять о том, какой стиль музыкальный. А я там, у меня нет записки, вы анализировали вот знаки других, кто имеет, так сказать, фирменный стиль, они там пишут, я просто не в курсе. Дескриптор тоже используют? Они пишут, что они там играют на барабане или как-то. Там что они пишут. У меня есть анализ. Ну, например, кто? Митро. Логотипы музыкальные делают то, во что гораздо, потому что нравится. Не так уж прямо не хочется. Но это, правда, ответил Стоцкий. Что удовлетворило Флорио? Нет, кстати, вот на граните, на мраморе будет вот старшего этот знак смотрится. Парамор. Пишет? Нет. 30 секунд до Марса. Пишет? Нет. Почему там есть? Кто есть? Битлз, наверное, пишет. Блин, 182 написан дескриптор. И они должны писать вообще на русском языке. Вот вчера вопрос о русском языке был. Кстати, вот о русском языке вопрос. А почему воспоминания у вас не на русском языке? Вот, объясните, пожалуйста. И поп-рок не по-русски написано. Нет, тогда у нас оно речь вообще о товаре. А? Тогда речь о товаре. А при чем тут товары? Это тоже, это сфера услуг. Поют они по-русски? Они поют по-русски, России, вот счастье, да, кстати, по-русски поют. Да, в данном случае, да, они поют по-русски. Тихо! А, ой, извините. Я думал, поют по-русски, но по-английски. По-английски тоже поют. И дескриптор, поп-рок. А почему они по-английски поют? Блин,
А кто им запрещает? У нас как-то не обязательно петь на том языке, как бы, страны, в которой находишься. Нет, ну ладно, они поют. Они для каких людей они поют? Для русскоговорящих или для каких? Для русскоговорящих, да. А вы им не предлагали на русском языке воспоминания? Био воспоминания? Значит, не очень. Нет, не очень. Да. И память. Нет, нет, а вот вы, родители языка, так же как приумокли все. Анна, вопрос. У вас Zero Desires, там TH, вы специально делали литературу? Или это просто такая идея? Нина Александрович, я могу ответить. Давай. Сейчас дискуссия, у нас мало дискуссий, у нас какие-то формальные. Вы ставили речь, у вас... Так надо было вчера отвечать. Лигатура была или нет? Или это просто склеилось? Я зеро дизайн. Ну, на самом деле, да, чуть-чуть подклеилось, но я специально стала нет, потому что... Ну, что вам стало сейчас? Оно так задумано, но это что? Задумано, потому что все равно при этом писали изначально. Если вы пишете туры, да, может быть, вы там обводку использовали специально? Да. Обводку шрифт? Зачем? Я говорю, разрешала? Я говорю, что не разрешала. Спасибо. По поводу английского, просто Анна забыла сказать, что к части концепции был выход группы на другой уровень. На самом деле европейское турне группа. Отсюда и коллажи по странам, отсюда английский язык и англоязычный язык. А чего вы не можете ответить на вопрос, который вам вчера Ольга Владимировна хорошо сказала на одну торговую лавку, что это очень далекая перспектива для этой группы европейской турне. Я бы нет, так сказал. Вообще-то мы это не обсуждали. Между Москвой и Тулой где-нибудь. Да, может быть, там это школьный канал. Это просто два разных телефона, и нам обязательно, по-моему, сейчас обязательно нужно. Нет, нет, просто я не знаю. Как-то. Это ситуация, более Ольга Владимировна. Так, друзья мои, вопрос мы будем задавать? По существу этого проекта. Дайте рецензию. Рецензия. Проект целый выполнен качественно, в полном объеме соответствии с поставленными целями и задачами. Наряду с указанными достоинствами ВКР не исключена недостатков. В частности, дизайн альбома мог быть более красочным, более активным применением приложений. В целом, проект Моисеевой заслуживает высокой положительной оценки, а ее автор при присуждении квалификации графический дизайн. Ну, о личности помните. Вы все вам уникабельно, дисциплинированно, обаятельно. Всесторонне развито, я боюсь забыть просто. Не боится потратить лишнее время на поиски оригинального решения поставленной задачи и энергии для достижения убедительного результата. Ну, в процессе работы продемонстрировала профессиональные знания графических характеров, ручную графику и технику коллажа. В целом, дипломная работа соответствует уровню необходимого для нее применения. А Моисея Ивановна Сергеевна готова к практической работе самостоятельно и в творческом коллективе. И я считаю, что заслуживает присвоения и квалификации графического дизайна. Спасибо.